приложив неимоверные усилия, за час до концерта ДК «Крон» нам все-таки удалось выловить главного массовика-затейника этого мероприятия Михаила Шимановского. Первый вопрос тебе, Миша. Вообще, тебя знают по инсталляциям, по каким-то художественным фотографиям, да, перформансам. Каким образом агентство «Эго Арт» занесло еще и в течение продюсеров и устроителей музыкальных концертов? Это нормальный процесс, потому что то, что я делал, это по сути продюсерская работа. Только единственное, я продюсировал то, что я сам как бы делал. Вот. В данном случае, как-то очередной раз встретившись с группой «Князь», которой я давно как бы дружу, очень давно много выпито вместе. Вот. И они сказали, что вот мы перестроились, мы теперь снимаем и занимаемся фольклором еще, и как бы и музыка поменялась. Вот я подумал, то есть я говорю, ну хорошо, давайте я займусь вашим продюсированием. Вот. А продюсирование предполагает, что как бы вывод на широкую сцену, чего, кстати, новгородским группам очень сильно не хватает. Вот, то, что это все стоит денег, очень больших организационных заморочек, которые, ну, потянуть их очень, не знаю, это тяжелый труд. Вот. Я теперь понимаю всех Рудинштейнов, прочих, кто там что-то пытается организовать, это бешеные усилия, большие деньги и никакого дохода. Вот. Ну вот и так вот родилось. А тут Сергей Юрзин как бы сказал, что вот есть такая группа «Король и Шут». Вот, и вот мы соорудили такой концертик, и таким образом процесс завершился. То есть есть художественное направление, связанное с изображением, есть музыкальное теперь направление, связанное с группой «Князь», «Шахварох». И вот в данном случае «Король и Шут», а дальше, как говорится, поглядим. Высохших слез, да босиком по шипам отрос. И крестили меня искрой из костра, да облили водой, чтоб не тлела она. Черного, а в следах тех вода моря мертвого. А нашли только прах да гнилое зерно. Топчут кони копытом тень от крестов, да уходят подальше от страшных костров. Oh, yeah.
Спасибо. Когда непонятно где нож, а где солнце глоток. Когда перевязаны руки стальной печалой. И ветер, цепляясь за камни, ползет на восток. Пьяные лужи собрались в поход за водой. Этой весной медленный яд. Глашатай весны улыбнулся корявым лицом. Он снял свой сюртук и сказал: завтра будет весна. Босыми ногами уперся в стекло льда воды. Вода закипела вокруг, вдруг пробилась трава. Это весной. Оставила в талых лужах медленный яд.
Во-первых, как родилась идея совместного мероприятия, совместного проведения концерта «Короля и Шута» и группы «Князь»? Здесь, в принципе, ничего такого страшного нет. Я думаю, что кажется, что мы играем разные стили, поэтому такой как бы шок. Но на самом деле ничего страшного в этом нет, потому что часть пришла на нас, часть на них, и каждая из этих двух частей что-то впитала для себя интересное. Ваше впечатление от сегодняшнего мероприятия? Я не могла просто не спросить. Что, неплохой концерт. Что можно сказать? Могло быть, конечно, лучше. С технической стороны или что-то другое вы имеете в виду? Ну да, с технической стороны. Без конца в робких одеждах остаться могли бы, не отвернуть от взгляда лица. Запахи резком обманчивой тиной, русые волосы ружей до плеч, криками руки в узор сплетая, да уготовил немытую речь конским копытом орды Мамая. День в день с угла стрелой каленой метит ветер. Сбил пыль, да зря сбил дождь с листвы зеленой ветер. Да только сном Ярилы укрывать колокольни криком вечер, зазывать на убой, пинать узор плетью степных половодий, белым рвать клыком малиновый звон, светить глаза стрелой, поперхнуться навечно волчью ягоду, косы плел, да забыл червленым корзна клусу, летел во все крылья, да рассказал бересте, кто сжигает мосты. Эй, на-на-на-на-на, на-най, на-на-на, эй, на-на-на-на-на, на-на-на, эй, на-на-на-на-на, на-най, на-на-на, эй, на-на-на-на-на, на-на-на. Ткачи во весь опор, пока нет облавы сарацинский клинок, не рассек рукава, умыть кумысом лицо. Позорная слава, где сною горит, увидая трава. Рукава умыть кумысом лицо, позорная слава, где весною горит увитая трава.
Опять сегодня в ночь, а я гулять. Ты очень умная, ты знаешь, как стрелять. Ты знаешь, как стрелять. Ты помнишь тысячи дверей, а я стою в твоем подъезде. Я пью портвейн. Это на горе зеленый змей портвейн. Это волшебник, маг и чародей портвейн. Это наш лучший друг сегодня портвейн. Портвейн номер 33. Иду по улице один, а ты вдвоем, а на душе скребутся дождь, и все горит огнем, а все горит огнем, а слезы льют ручьем. Сейчас пойду тушить пожар. Ай! Портвейн, это такой зеленый змей. Портвейн, это волшебник, маг и чародей. Портвейн, это наш лучший друзья мои, портвейн, портвейн номер 33. Я знаю этого жлоба, он полный псих, стрижется на лысо и в кепке, и думает, что лих, он думает, что лих, а он в натуре лох. Какая страшная судьба. Ой, портвейн, это такой зеленый змей. Портвейн, это волшебник, маг и чародей. Портвейн, это наш лучший друг зимы. Портвейн, портвейн. Чем вы сейчас живете? Чем вы сейчас занимаетесь в данный момент? Сейчас мы работаем над новой программой. Мы делаем совместный проект с фольклорной музыкой, как вы уже догадались. Вот. Следующий альбом, я не знаю еще, как он будет называться, но там будет серебряной нитью звучать именно фольклор. То есть это такие песни, которые написаны 100-200 лет назад. И они будут плавно вливаться в нашу, так сказать, в наши вещи, в наши композиции. То есть вы хотите сказать, что вы так немного меняете направление, больше давляете теперь к фолку? Это, в общем-то, это не фолк в таком, в нормальном представлении, потому что фолк — это совершенно немножко другая музыка. У нас мы берем чисто, в чистом виде фольклор, мы ничего не придумываем, не стилизуем. Мы берем в чистый фольклор, а потом вставляем эти вещи старинные просто в свою музыку. И мы думаем, что, в общем-то, это интересно так получается. Хоть и необычно, это, конечно, очень такой страшный момент. Мы боялись все время, как это прореагирует на это народ. Ну, в общем-то, нас поняли. Не
Шохворох! Пробирался вурдалак к чуду в полнолуние. Он искал свой цветок счастья, кто имел его, тот правил, и все прощались грехи оптом и злодеяния. То ли стонет зверь, то ли кто стучится в дверь, то ли стонет зверь, то ли плачет ветер, то ли кто стучится в дверь. Расцветал тот цветок в полночь, распускал свои тонкие листья. Но если только обогреть его кровью жертвы, прибежал вурдалак к цветку жизни, разодрал себе грудь он с криком, пропитал его корни красным цветом. Дело в том, что все-таки все, ну, все мы люди русские, а фольклор — это
откуда-то идет, он изнутри. Тут, ну, я не знаю. Мне кажется, что на этой точке вы соприкасаетесь с группой «Король и Шут», которые большое место своем творчестве уделяют текстам. То есть у них каждый текст – это такой своеобразный эпос. Да, конечно. То есть, может быть, нам было очень приятно выступать с этой группой. Надеюсь. Ну и планы на будущее в смысле звукозаписи. Вы не планируете ничего? Я думаю, что летом мы постараемся выпустить еще один второй полноценный альбом. Уже на хорошем уровне. Где вы будете записываться, в Новгороде или в Питере? Скорее всего, в Питере, потому что в Новгороде, в общем-то, нет студии, которая могла бы качественно записать нас. Поэтому, наверное, Питер. Эта работа будет тоже производиться совместно с фолк-группой, которая сегодня выступала на сцене? Ну, я думаю, что да. Если ничего не изменится, если у нас планы какие-то не поменяются, то да. Стоять и смотреть, как люди торопятся в рай. Открывают двери, а там стоит смерть. Рай или жизнь, говорит, выбирай. Всех езжих дорог смотрю, как тянется вдаль туман. Придорожной пыли понять я не смог, чей это крест и кем он мне дал. Там, где не мята трава, там, где начинается день, ты услышишь простые слова и увидишь день травы. Это действие будет происходить регулярно, да, на территории Новгорода? По крайней мере, мы постараемся, но здесь очень серьезный момент. Мы же, как сказать, мы люди не богатые, а в музыку, особенно в такую музыку, вкладывать деньги никто особенно не стремится, поэтому все будет зависеть от поклонников этой музыки, то есть от потенциальных зрителей. Мы специально делаем максимально дешевые билеты, лишь бы купить аренду и заплатить группе. То есть здесь не идет речь о доходе, о том, что как бы продюсерский центр что-то
получать для себя. Это чисто альтруизм. Вот. И если потенциальные зрители нас поддержат, если они будут в систему приходить на эти концерты, значит, они будут долго и упорно продолжаться. То есть потенциал групп неисчерпаем, я считаю. Ну, в принципе, как я понимаю, то есть это агентство, вот именно вот эта отрасль действия, скажем так, основана не на альтруизме, не на энтузиазме, как это говорится, а именно, может быть, с надеждой на какую-то коммерческую основу, старайтесь делать все как взрослые люди, да, большие люди, выводя на широкую сцену, естественно, тратя немалые деньги, ну, наверное, старайтесь что-то получить взамен, все-таки. Мечты – это мечты. Я считаю, что дальше мечты здесь дело не пойдет. Потому что, чтобы приглашать монстров, то, типа мумитроля, то есть нам как минимум нужно 10-15 тысяч баксов им сразу заплатить. Вот. То есть где взять такие деньги, это вопрос очень смешной. Вот. Соответственно, вот с такой группы можно получить доход, но в нее и нужно и вложить. А вложить такие деньги агентство не может. Вот. Поэтому мы, собственно, так вот получается по рыночному как бы состоянию на сегодня, что в принципе от этого только все получают удовольствие. То есть мы от того, что мы привозим как бы новгородским тинейджерам группы, которые их интересуют, а тинейджеры получают их как бы то, что они хотели бы посмотреть. Вот. Прибыли, я сразу говорю, ну ее хватает на пиво максимум. Той же самой группе, там участникам и все. Больше нет.